Новости из Санкт-Петербурга. Ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилась на ходовые испытания в Финский залив. В тестовом рейсе задействовано более 150 человек. На ледостойкой платформе «Северный полюс» расположены 16 лабораторий. Одновременно на них могут работать более 30 ученых. Единственная в своем роде, она встанет под флаг в Петербурге в июле. После этого отправится в Мурманск, а в сентябре выйдет в первую экспедицию. Все системы платформы опробуют в действии, проведут проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации, а также проверят работу вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных котельных установок и основных судовых агрегатов.